В чем заключается моя позиция в этом вопросе? В том, что в этом мире врагов у нас нет. Вот это, конечно, оригинально. Это вопрос вообще чисто философский. Если человек дилетант, но врач не может так рассуждать. И мое убеждение заключается в том, что здоровыми тканями в организме человека, здоровыми клетками, здоровыми тканями не будет питаться никто и никогда. Убеждение – это очень хорошо. Но, на мой взгляд, может, я не прав, убеждения должны быть основаны на знаниях. Знания подкрепляться логикой, практикой. Практика, говорит, критерий истины, это я согласен с этим. То есть знаниями, логикой, практикой. Они питаются шлаками, они питаются поврежденными тканями. Некоторые питаются поврежденными тканями, но шлаками никакими паразиты не питаются. Здравствуйте, дорогие друзья. Я много раз в своих лекциях и на вопросы зрителей отвечал, что вот кого я больше всего уважаю из темы сыроедения, темы веганства, темы здорового образа жизни из врачей, я всегда отвечал, в принципе, я согласен со всем, что я слышал. Практически со всем, можно так сказать. Это с Михаилом Владимировичем Советовым, это с Марвой Гашаковной Оганян, это с Ольгой Алексеевной Бытаковой во многих вопросах, хотя она не сыроед, не веган, да, там, но тем не менее изменила, так сказать, свое отношение, понимая, многое думать на эту тему стала, и поэтому, так сказать, также человек разумный во многом прав. Но вот что я хочу сейчас сказать. Сейчас я буду делать аналитический обзор на вот это видео по лекции Советова. Дело в том, что мне прислали мои зрители, много раз на самом деле присылали, я как-то не обращал внимания, ну, посмотрел и вроде, так сказать, закрыл, думал, ну что, мало ли, что говорит Советов, ну не может же он не понимать правильно такую простую, понятную для любого врача, тем более тему. И вот, когда я посмотрел, я сказал, слушайте, просто необходимо сделать аналитическую разборку, ну чтобы люди, так сказать, правильно понимали и не могли слушать, ну так сказать, неправильные советы. Вот при всем моем глубоком уважении Михаилу Советову, здесь он допускает очень странные, очень глубокие ошибки, непонимание вопроса. Как я могу не сказать об этом, если это может повлиять на здоровье людей, и люди могут, поверив всего лишь, но не желая разбираться, допустить колоссальные ошибки, иногда приводящие к смерти даже детей, особенно маленьких детей. И так это категорически нельзя допустить. Давайте сейчас послушаем, что говорит Советов, а я буду останавливать, делать паузу и комментировать, как это я делаю всегда по своим аналитическим выкладкам, по работам разных людей. Да, давайте сейчас внимание. Значит, что я хочу сказать о паразитах? Самое главное, что, в чем заключается моя позиция в этом вопросе, в том, что в этом мире врагов у нас нет. И каждый раз, когда внутри человека живет какое-то существо, оно живет только для того, чтобы человеку так или иначе помогать. Вот это, конечно, оригинально. Вот это вопрос, конечно, не медицинский, меня это поразило. Это вопрос, что у нас, если что-то живет, это только чтобы помогать, и внутри у нас врагов нет. Это вопрос вообще чисто философский, можно назвать. Это если человек дилетант, то есть непрофессионал, он может так рассуждать, то есть говоря о чисто философствовании в данном вопросе. Чтобы успокоиться исключительно, не нервничать, жить спокойно и ничего не предпринимать. Легче так жить, это я понимаю. Но врач, ну просто, ну как, не может так рассуждать. Почему? Да потому что давайте, во-первых, начнем с того, кто такие паразиты. Паразиты – это круглые, ленточные, плоские черви, то есть гельминты, ну, допустим, к которым относятся, начиная там, от остриц аскарид таксакар до каких-нибудь анкилостом или из широких, например, это широкий лентец, бычий цепень, или какие-нибудь из плоских, например, тот же опистархоз, которым поражено до 70-80% в Западной и Восточной Сибири и так далее, те, кто рыбу едят и прочее. Итак, паразиты – это те, кто паразитируют, то есть питаются за счет организма своего хозяина. И да, иногда и некоторые паразиты, хотя мы говорим о гельминтах, и задают вопрос, конечно, люди советуют, а именно гельминтах, потому что говорят, дальше пишут как? Антипаразитарные программы, то есть мы говорим о паразитах-гельминтах, прекрасно понимаю. Хотя есть в природе отношения паразит-хозяин и другие, например, нейтрализм, бывает аминсализм и другие формы взаимоотношений, об этом я сейчас говорить не буду, подробно это объясняет наука экология, как раз которая изучает все формы взаимоотношений организмов между собой и с окружающей средой. Это очень серьезная наука, очень интересная биологическая фундаментальная наука. Если бы Михаил Владимирович изучал эту науку, он бы, конечно, это все знал бы, что называется, на зубок,
как я это знаю уже там с конца 80-х годов, когда начал эту науку изучать, а дальше все просто как книга жизни открывается, и, так сказать, все ясно, как божий день, что называется, мне. Так вот, поэтому разные формы существования организма существуют. Существуют конкретно паразиты, когда организм паразита высасывает либо кровь, либо питательные вещества у хозяина, естественно, причиняя ему вред, бывает колоссальный, все зависит от количества этих организмов, выделяют в хозяина яды, токсины, то есть продукты своего метаболизма, обмена веществ, ну, гадят по-простому в человека, отравляя его этими токсинами, отравляя, уменьшая, ну, скажем так, резервные, вот эти компенсаторные возможности организма, подтравливая почки, печень, то есть выделительные системы и фильтрующие системы, да, и так далее. Давайте дальше я расскажу чуть, прямо вот буду останавливать и комментировать далее, чтобы было все предельно понятно. Никак не вредить. И что касается бактерий, и что патологических бактерий, условно-патогенных или патогенных бактерий, и что касается паразитов, то здесь моя точка зрения, она совершенно однозначна, что они питаются только либо шлаками, накопленными в нашем организме, как это бывает с условно-патогенной флорой, которая живет в кишечнике на слизи, которая там накопилась, вот в чистом виде бактерии, питающиеся нашими шлаками. Не будет шлаков, не будет бактерий. И, соответственно, они могут питаться уже поврежденными либо мертвыми нашими собственными тканями и клетками, но не здоровыми, не полноценными, а именно какими-то поврежденными, недоделанными, низкокачественными и так далее. Я просто шокирован. Хорошо, давайте возьмем одного из самых известных паразитов, относится к круглым червям, это аскарида. Известно абсолютно, и то, вот вы же знаете, дорогие друзья, давайте так, что кролик ест, там, скажем, траву, капусту, морковку, ну, то есть ни у кого нет в этом сомнения, правда? Что, например, лось ест кору деревьев, траву различную и так далее, и мы можем перечислять, и я подтвержу ваши слова, и вы, наверное, мои тоже подтвердите. Так вот, аскарида, она питается конкретно только кровью, ничем иным. Давайте посмотрим, что такое кровь. Это вода. Ну, то есть жидкая составляющая, это плазма, в которой передвигаются, с током крови разносятся, например, форменные элементы, такие как эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. Правда? Я думаю, любой врач это подтвердит, это истинная правда. Скажите, это шлаки, токсины, вот эритроциты, лейкоциты, которых с кровью, с плазмой поглощают, когда пьют кровь нашу человеческую, паразиты аскариды. Я полагаю, ответ очевиден. Они питаются уж точно не шлаками, не токсинами, не отмершими клетками, а питаются кровью, вызывая как раз анемию, в первую очередь железодефицитную, анемию, которая проявляется в дефиците как раз витамина В12. И одна маленькая аскарида может выпивать до 30 мл крови в день, взрослая особь. Можно нетрудно посчитать, какой урон организму это приносит. Это сокращает потенциал жизни на годы и даже десятки лет. Вот я не могу только одного понять, как профессионал, то есть врач, этого может не понимать. Какая тут может быть философия, когда это то же самое, что вот возьмет один человек и ударит с размаху другого человека по голове кирпичом. Я скажу вам точно, что легким, так сказать, скажем, переживанием этот человек не отделается, кого ударили кирпичом с размаху, наотмашь. Я думаю, ему будет плохо. Вот точно так же объективно ничего хорошего у человека, у кого есть паразиты, но я говорю сейчас об одном, их десятки видов существует. Во-первых, обязательно посмотрите мою лекцию о паразитах, полную, подробную, от 13 мая 2014 года. На экране сейчас она у вас будет, и под данным видео, если вы нажмете слово «еще» под видео, ссылочка это появится. Ну, посмотрите. Ну, вы должны это знать сами. Ведь там верить не надо. Еще раз, не надо верить на слово Советову. Мне тоже не надо на слово верить. Вы просто послушайте те прописные истины, которые легко проверяются. Ну, элементарно. Которые я просто говорю. Ну, думайте, дорогие друзья, сами. Я просто в данном случае, еще раз говорю, при глубоком уважении к Михаилу Владимировичу Советову, я, тем не менее, не могу понять. Вот это я просто не понимаю. Может быть, он как-то объяснит, может быть, мне как-нибудь в личной беседе еще раз. И это видео посмотрит и скажет, ну действительно, не прав. Ну так же нельзя. И потом, не надо мешать все вместе. Бактерии, патогенные тоже есть. Есть кишечные, даже симбиотические бактерии, которые нам нужны, полезны.
И это истинная правда. Но зачем же путать еще с тем, что есть патогенные и вредные? Хотя и они в какой-то мере могут быть полезны нам, как я в своих лекциях говорил, что они частично перерабатывают частично денатурированные белки, вареную и жареную пищу, чтобы мы совсем уж не травились быстро от несвойственной человеку невидовой пищи. То есть тем самым, хоть они и патогенные, но выполняют позитивную роль. Хотя нас тоже травят, но в меньшей степени, чем если бы их не было, и мы не могли бы переваривать, так сказать, вареную жареную пищу без их участия. Так вот, в этом смысле, да, но ведь есть еще и серьезнейшие бактерии, вирусы, грибки, причем, так сказать, я имею в виду низшие грибки, микромецеты, дрожжевые плесневые грибки, там, ботрytis, там, серая плесень, аспергиллюс, черная плесень, там, и прочее, и прочее. Вот никто же не будет говорить, что кандидоз, системный кандидоз, который часто проявляется, например, у женщин в виде молочницы, хотя это самая мелочь, что они вызывают. Онкологии это всегда, как правило, доходит, это вопрос времени. Это что, благо человеку? Ну, что тут можно сказать? Как раз уреоплазма, а что такое токсоплазмоз, вы знаете? К чему приводит токсоплазма у человека, особенно у девушек, когда они беременны, например, если заразятся токсоплазмозом? Ой-ой-ой, так нельзя. Но не путайте, бактерии – это протозоидные, одноклеточные, это простейшие организмы. Можно сказать, это простейшие паразитарные организмы, если мы хотим уточнить, что именно те, которые вред приносят человеку. И уж какой вред они приносят, наука давно изучила, и это абсолютно объективно. Паразиты, то есть круглые плоские ленточные черви, не являются простейшими. Это сложные многоклеточные организмы. У них мощнейшие системы защиты. Никакой иммунитет не способен справиться с многоклеточными защищенными сложными, мощными, многослойными оболочками, которые выдерживают даже кислоты, сильно щелочную среду и так далее, и так далее. И это бессмысленно. Да, а то забуду, как обычно. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто еще не подписался, и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, очень важные видео. Ну а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео и не забудете посмотреть те, которые будут вам интересны. Поделитесь моими видео в соцсетях. Подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам. Ну, если, конечно, вы сочтете это нужным. Я рекомендую. Иммунитет, дорогие друзья, это наши клетки защитные, то есть различные лимфоциты, там Т-лимфоциты, макрофаги, которые могут победить только одноклеточный организм, то есть другую клетку, молекулу, попавшую в организм, вот, например, высокомолекулярного белка, вот это вирус, грибок, бактерии там и так далее. Да, тут да. Могут, если крепкий иммунитет, то есть большое количество обученных там вот этих макрофагов и прочих, путем фагоцитоза, то есть пожирание одна молекула на другую, что называется, могут. Но когда битва неравная, это как человек голыми руками бросается на танк и будет кулаками его бить. Он победит, танк кулаками прошибет, ну, вы сами понимаете. То есть вот паразит – это тот самый танк. Ну, о чем тут можно говорить, когда говорит о иммунитете каком-то? А то, что они безвредны, ну, извините меня, что происходит с атопистархозом? Вот как у меня в лекции это все подробно рассказано. Аписторх живет в печени, если попало в организм, в печени человека. Взрослая особь может прожить, если она туда попала когда-то, до 40 лет. Это сверхдолгожитель. А чем питается она? Она питается клетками нашей печени, вызывая тяжелые последствия, вплоть до циррозов, онкологии и так далее. Потому что постоянно повреждает клетки. Клетки постоянно должны регенерироваться, восстанавливаться. Но ведь у клеток ограниченное число репликаций. И постепенно возникают от деления к делению ошибки, тем более когда клетка не прожила положенный свой срок жизни под предел. Она вынуждена обновляться быстрее. Идут ошибки, они накапливаются. И конечная стадия накопления ошибок в клетке от деления к делению – это возникновение аномальных клеток с несвойственной программой, с ошибочной. Это и есть раковые клетки. Безусловно, причины там накладываются вторичные, это грибки. То есть грибки и онкология – это последовательность вот этой проблемы развития. Как я, ну, я сделаю отдельное видео, я вот в своих консультациях, я вижу, знаете, что я вам скажу? 99% случаев онкобольных, я прям вот говорю, не выслушивая человека, для того, чтобы понять, вот опять попадет ли в точку. Вы знаете, попадаю 99,99% сотых тысячных точно. Знаете, как все? Я спрашиваю, а у вас были гнойные ангины в детстве? Люди говорят, да, прям были. А некоторые, вы знаете, и сейчас прям страшные есть, и бывали, недавно были. Я говорю,
Хорошо, ладно, дальше. Значит, что у вас там? Полипы были, кисты, миомы, фибромы. Да, говорит, вот это есть, например. Я говорю, и вот теперь, значит, онкология. Да, я говорю, так, творог с сыром любили в детстве или там взрослые? Да, и ели буквально до последнего времени. При этом хлебобулочные, да, ой, очень любили. И молоко, и творог, и хлебу. Я говорю, ну тут логическая цепочка понятная. Абсолютно. Грибки, кандида там, потом, значит, полипы или кисты или миомы, дальше онкология. И это практически стопроцентно. Поэтому уважаемый товарищ, но всегда есть вот эти вот законы причинно-следственных связей. Если их не понимает человек, хуже человеку, природе от этого безразлично. Но вот это недопустимо просто. Ладно, слушаем дальше. Либо, как это бывает с паразитами, они питаются непосредственно этими самыми бактериями. Практически все паразиты, говоря о червях, гельминтах, питаются либо нашей кровью, либо они питаются питательными веществами, которые попадают в организм, например, широкий лентец, бычьи цепи и другие цепни, они всей своей плоской, огромной площадью, поверхностью, составляющей десятки порой квадратных сантиметров, потому что некоторые особи растут до 10 и более метров длиной. Так вот, они всасывают питательные вещества, которые поступают уже из желудка в тонкий кишечник, а многие из них живут в тонком кишечнике, некоторые в толстом. Так вот, в тонком кишечнике всасываются в кровь питательные вещества, которые необходимы нашему организму. А они оттуда, паразиты эти, высасывают их в таком количестве, что иногда человек и страшно худеет, хоть ест, говорят, глисты, что ли, у тебя там много-много. У него могут быть также анемии, железодефицитные и прочие. Железа низкое не хватает. А врачи сразу, которые, кстати, являются вот в этом смысле совершенно профнепригодными, сразу говорят, надо мясо, надо печень есть, коли железо низкое. Не понимая, что если у человека, который не имеет пулевых отверстий, кровь из него не течет, у которого язвы нет в данный момент с кровопотерями колоссальными, не может быть дефицита железа, если он хотя бы что-то ест, типа яблок, гречки, зелени, где в любой зелени укроп, петрушка, там сельдерей, огромное количество железа. Не может у него быть дефицита железа, не может быть у него низкого содержания гемоглобина, если только у него нет паразитов. А в этом как раз и проблема, что они, значит, а если есть, и это причинно-следственная связь, то приносят ли они вред? Или нормально, что у человека бледнеет, падает в обморок, силы, апатия, усталость беспричинная? А виной тому могут быть паразиты. Разумеется, другие причины тоже. Но если есть паразиты, вот эти симптомы, потом человек лечится, убирает паразитов, у него энергии, прилив, силы сразу. Ну, значит, о чем мы говорим? О том, что это прямая связь с тем вредом, несомненным, который приносит паразиты, не говоря уже о более серьезных проблемах. Извините меня, когда человек поражается фенозным, тем же мясом, кто ест мясо. Предположим, трихинелла. С трихинеллезом вы знаете, какая смертность, которая достигает какого процента от заразившихся мясом диких животных, тем же кабанами, медведями, либо свиньями в хозяйствах, так сказать, людей? Какую боль приносит трихинеллез, когда мышцы невозможно рукой пошевелить, ногой, смотря где они, в какой мышечной ткани осели эти, скажем, личинки либо яйца трихинеллы, которые, развиваясь, создают колоссальную нетерпимую, нестерпимую боль для человека. Ну как так можно говорить, что я считаю, что это, ну так нельзя, ну это... Вот, таким образом, если у нас абсолютно чистый, здоровый организм, то никакие ненужные там бактерии и никакие ненужные там более многоклеточные вещества, существа, паразиты там жить не будут в принципе, потому что для них просто не будет еды. И мое убеждение заключается в том, что здоровыми тканями в организме человека, здоровыми клетками, здоровыми тканями не будет питаться никто и никогда. Убеждения – это очень хорошо. Но, на мой взгляд, может, я не прав, убеждения должны быть основаны на знаниях, знания подкрепляться логикой, практикой. Практика, говорит, критерий истины, это я согласен с этим. То есть знаниями, логикой, практикой. Значит, никогда не будут питаться. Да они человеком питаются. То есть либо кровью, либо теми питательными веществами, которые должны были пойти человеку, но пошли частично им на корм. Человек недополучает многие питательные вещества. Из дня в день, из года в год, испытывая дефицит в этих питательных веществах, у человека нарушаются обменные процессы, страдают гормональные системы организма, дальше выходят из строя те или иные органы, иммунитет ослабевает, организм не может бороться ни с инфекциями, так хорошо, как боролся раньше и прочее, и прочее. И еще, какой бы организм крепкий ни был у человека, паразиты, еще раз, иммунитет, дорогие товарищи Михаил Владимирович, иммунитет. И паразиты, это совершенно, вот знаете как, это как, скажем так, автомобиль и трава.
Или автомобиль, и, скажем, вода. Это вообще друг к другу отношения не имеют. Наплевать многоклеточным сложным организмам на наш иммунитет. И иммунитет никак не может справиться, еще раз говорю, как человек кулаком не может прошибить броню танка. Это не... Вы знаете, как анкилостома? Такой есть паразит, который паразитирует в панкреатических протоках. Кстати, очень многие острые панкреатиты из-за не только из-за потребления высокомолекулярных белков и вот этой реакции иммунного ответа, которые у некоторых иногда бывают. Но часто бывают из-за, например, анкилостомы. Анкилостома, вот ходит человек по росе, любит там такое в эко-движениях, все это хорошо и правильно, но вот чему подвержены люди, многие, которые босиком по росе, особенно вокруг водоема ходят. Анкилостома, посмотрите на ее кремниевые зубы, я попрошу поставить моего помощника картинку из моей лекции. Посмотрите на это приятное личико, это увеличенный, естественно, ракурс. Кремниевые зубки, которые прогрызают просто кожу на ноге, прогрызают, цепляясь, попадают в кровь, кровоток, и идут по кровотоку, постепенно доходя до проток поджелудочной железы. В основном там они обитают. Так вот, ну, я не знаю, так сказать, я действительно несколько обескуражен, поэтому считаю, что, ну, есть вещи, вот знаете, как можно на белое говорить, что оно черное? Можно. Можно даже верить в это. Можно обосновывать, я, вот у меня такая вот позиция. Ну, есть вещи, которые, ну, всему же есть предел. Я так корректно, я, так сказать, еще раз говорю, из уважения, я не говорю то, чего бы я сказал в других ситуациях. Ну, так нельзя. Ну, просто, если бы это было не так, то людей давным-давно бы эти самые паразиты съели. То есть, не понял. Господи, боже мой, а где... Михаил Владимирович, ну, это стыдно. Ну, нету в этих ваших словах логики никакой. То есть, как они бы съели, если бы это было так? То есть, если паразиты причиняют вред организму человеку, то организм человека, то есть человека, они бы сгубили, съели бы. Но это бред. Почему? Да потому что задача паразита, он же себе не враг, жить, во-первых, бессимптомно, то есть по максимуму не проявлять себя. Поэтому и врачи часто путают, что от чего же у человека такие проблемы. Хорошо. А вторая задача не только бессимптомна, но как можно дольше. Он хочет пожить. Поэтому они стараются человека не съесть. Но когда их много, или когда человек не поставляет им нужного количества пищи, или по иным причинам, постепенно все приходит к логическому завершению. Как бы они ни хотели, человек действительно хереет, начинает болеть и, может быть, и часто живет меньше. Вот, к примеру, случай постоянный, который я тоже лично сталкивался, хотя и Ольга Алексеевна Бутакова об этом говорила, особенно когда в реанимации работала, а там врачи, ну, так сказать, на практике, они в теории с многими вещами сталкиваются. Вот, например, ребенок, вызывает маленький ребенок, 2, 3, 4 года, 5, еще ничего не объяснить не может, показать, а он хрипит, там дышать не может. Ему прям приезжают, и вот чтобы спасти жизнь, иногда прорезают трахею, вставляют трубку, чтобы ребенок мог дышать. И прямо оттуда вываливаются паразиты. Астрицы, аскариды, которые мигрируют по, в том числе, бронхолегочным путям определенной стадии своего развития личинки, особенно аскариды. Понимаете, ну как, ну что тут можно сказать? Ну что, и несмотря на это можно сказать, что никакого вреда они не приносят. Они приносят иногда вред, действительно, когда человек погибает быстро. Но, как правило, это происходит очень долго и бессимптомно достаточно. Хотя, например, сразу скажу, что если вот слюни у кого-то, особенно у детей это часто, текут, ночью особенно, на подушку вот лежат, а у них слюни прям потекли и текут. Я, дорогие друзья, вам скажу, что вот это как раз признак того, что на 100% из 100, вот не на 99,9, а ровно на 100 из 100, это точно острица в организме, 100%. Смотрите мою лекцию, вы все поймете, как циклы идут, как развитие идет, как развивается, размножается, как живет, что ест тот или иной вид основных, я там 20 примерно видов паразитов рассказываю, и вы сразу увидите свою историю, увидите историю своих детей, ну и так далее. Кстати, в конце я вам скажу, как с этим бороться, просто скажу, что посмотреть у меня. Потому что люди с паразитами живут спокон веков, та гигиена в том виде, в котором она есть сейчас, она есть хорошо, если 100 лет. Может быть, конечно, чуть больше, но я склонен думать, что скорее меньше, чем больше. А все предыдущие столетия, тысячелетия существования человечества люди существовали практически в полной антисанитарии, при полном отсутствии гигиены. Так, а вот теперь давайте разберемся. Михаил Владимирович, давайте так. Вот вы изучите вопрос про гигиену, скажем, в Европе и у нас на Руси, где были бани, где были бабки-знахарки и травы. И, кстати, травы многие являются противопаразитарными, та же пижма, полынь, вот та в этом смысле Семенова
права ее тройчатка, очень хорошее средство, хотя она не избавит от яиц гельминтов и от мигрирующих личинок той же таксокары, это собачья аскарида, это другой вид, который находится в данный момент времени в лимфе где-нибудь, в тканях, на глазном дне, например, вот таксокары, личинки их часто паразитируют, потому что там много бета-каротина, основная их пища. Так вот, и тогда травы бессмысленны, но тем не менее знает циклы, повторяет циклы, более сложно, чем грибными препаратами, но можно и травами избавиться, по крайней мере, от большего количества паразитов. И наши предки это прекрасно знали. Это есть в монастырских всяких травниках, испокон веку люди, по крайней мере, на Руси, да и в других странах, уверен, тоже знали эту проблему и избавлялись от нее. Второе доказательство. Ну, почитайте Даля. Это того самого Даля, который, так сказать, великого русского языка словарь, да, написал. Хотя он много писал чего еще интересного. И вот есть у него о поговорках, присказках, о разных заклинаниях, такие интересные на Руси, что он собирал среди народа простого знания. Так знаете, какие там интересные вещи описаны? Как наши простые неграмотные крестьяне еще задолго до революции, как говорится, там и испокон веку, потому что это все передавалось по наследству, обладали знаниями и гнали паразитов даже у крупного рогатого скота. Причем такие были интересные там методы и приемы, действительно поражающие просто. То есть это все было, и люди с этим боролись испокон веку и знали это все прекрасно. А вы говорите иначе, если бы... Ну, это же надо знать тогда, как было. Потом вы говорите про гигиену. Да, понятно, что особенно советская власть с ее развитием медицины, которая действительно помогла от многих проблем, так сказать, особенно при детской смертности. Да, тут надо сказать правду, это действительно так. Так вот, да, гигиена стала соблюдаться в большей мере, это верно. Но я хочу сказать так, что вот давайте возьмем старообрядчество. Это до середины 17 века, до 60-х, 70-х годов 17 века. Весь народ так жил, так старообрядцы сохранили. Настоящие старообрядцы, это вплоть до начала и даже середины 20 века, те, кто еще доживал и жил по старым понятиям, заповедям, как они жили. Я вам скажу, это, кстати, очень хорошо описано у Гелеровского в «Моих скитаниях». Так вот, старообрядцы, они... Так соблюдали правила гигиены, что современному человеку, я почти не знаю таких людей современных, кто соблюдает так правила гигиены, как они. У каждого была своя кружка, своя посуда, ну, в кругу семьи мыли, пользовались, но чужой человек со стороны имели для них, для гостей, свою посуду. Чистота в доме была такая, говорили, поддерживали, что просто, так сказать, ну, блестело все. Деготь, прочие средства. Многие антипаразитарные. В Сибири это хвоя, пихта и прочие, прочие, которые очень сильные антипаразитарности. Но всегда применяли. Потом, то есть вы поняли, что вы все-таки не правы. Это вот я вам говорю со знанием дела, как человек, изучающий этот вопрос. Теперь, так правила гигиены соблюдались очень хорошо. Да, они были, ну, можно сказать, на нет сведены в какой-то мере на рубеже, там, скажем, 19 века и ближе к 20-му. Ну, а потом, да, советская власть, наоборот, так сказать, действительно укрепила опять, но уже другую, так сказать, более химическую гигиену, правда, так сказать, середины 20 века, но тем не менее, да, до этого более-менее нормально. Поэтому это неправильная постановка вопроса. На Руси всегда соблюдали правила гигиены, знания передавались, просто средства были природные, естественные, но сильные. А теперь, что касается, вот я попрошу моего помощника поставить маленькую реплику заявление, ну, скажем там, из лекции Агулова по поводу, как при Сталине, еще при Сталине, в школах, везде в коллективах боролись с паразитами массово, программно, системно. Просто люди забыли, память коротка. Слушаем. Когда мы были совсем маленькими, то у нас мать, как только заскрежетал ребенок зубами, тут же столовую ложку укропа перемешивала с сахарным песком и давала выпить с киселем. Выпили. На следующий день вышли паразиты, скрежетание зубами прекратилось, это было всегда. Потом я еще помню то время, когда у нас, мы приходили в школу, то есть еще сталинский указ работал, что в сентябре, вот мы пришли в школу, и нас всех медсестра одной и той же ложкой проходила и кормила, цитварное семя давала. И мы кушали это цитварное семя под плюсик, под крестик. Ну и вот, и после этого... Из нас на следующий день что-то выходило. И обычно в классе шум, разговоры, из кого что вышло на следующий день. И мы, как бы, для нас это было уже интересно. А что же в этот раз? И мы каждый сентябрь, когда приходили, ждали медсестру с этой ложкой.
Вот. И тот же сталинский указ, человек, если поступает на новую работу, он обязательно должен проходить санирование противопаразитарное. И будучи в Израиле, мне было интересно и система здравоохранения. Ну и мы зашли в муниципальную поликлинику, и первое, что меня больше всего удивило, это плакат, который висел на стене. Я попросил Марка перевести, я думал, лозунг какой-нибудь, как у нас, партию в 4 года. Ой, то есть пятилетку в 4 года, да? А у них, оказывается, плакат, на котором написано, если ты настоящий гражданин своей страны, то 3 раза в год ты должен проводить противопаразитарную терапию. Хороший. То есть лозунг висит, хочешь принимай, хочешь не принимай. Если ты настоящий гражданин своей страны, все, то есть все понятно, что нужно проводить профилактику, что профилактика должна быть первичной всегда. Ну вот, Михаил Владимирович, так что, так сказать, тут тоже вот примите это к сведению. Слушаем дальше. И уж если говорить о паразитах, то когда, как не тогда им нужно было царствовать, и что им помешало тогда съесть людей? Ну, вы поняли, что тогда ничего не помешало съесть людей, только не съесть, а в кавычках съесть, так ели. Люди боролись. А если они тогда людей не съели, и мало того, что не съели, они для людей даже никакой колоссальной проблемой не были никогда, эти паразиты. Разговор про паразиты, он, по большому счету, он пошел только вот последние десятилетия, тогда, когда стало понятно, что бактерии, как причина всех на свете болезней, они уже постепенно отходят, уже не получается на бактерии понавешать всех собак. Это неправда. Бактерии причиняют очень серьезные проблемы, например, тот же стафилококк золотистый, предположим, стрептококк, эти воспаленные миндалины, ангины, это постоянные белые гнойники, особенно при ослабленном иммунитете. К чему это приводит? Это приводит к очень серьезным последствиям. Наряду с грибками они идут ногу в ногу. Это приводит в конечном счете к онкологии, вполне понятно как. Поэтому это и раньше было известно, просто называлось другими словами понятия там и так далее, болезни по-разному назывались. Это люди знали, к чему что приводит, и лечили это травами и грибами, и подсматривали, как это в природе. Ну, то есть, раньше-то как раз люди это все прекрасно знали, понимали. И это не было проблемой потому, что люди принимали просто меры. Такие же меры гигиенические, как бани, как промазка, так сказать, березовым дегтем или, так сказать, прочим чем-то. Мыло делали из того же дегтя. Ну, то есть, мер было очень много. Заливали тот же чистотел, запаривали в кадушках и мылись, и обливали тело, и так далее, и так далее. Ну, зачем так? Сказать, что во всем они виноваты, и тогда специалисты стали искать другого во всем виноваты. Вот тогда очень стало модным обвинять во всем паразитов. Вот, а так в основном люди знали, конечно, про существование червей в теле, про существование паразитов, но никогда их не демонизировали так, как сейчас. Нет, конечно, они их не демонизировали, они просто вели профилактическую и лечебную работу, чтобы эти черви причинили как можно меньше вреда человеку, и чтобы их как можно больше в течение года, по крайней мере, такой вот осенне-зимний, весеннее начало период, их не было, потому что 7-8 месяцев холода, и в принципе они поступить в организм никак не могут, а вот с весны, начиная, да, и тогда весенние и летние и осенние профилактические и лечебные меры проводились травами и грибами. И сколько столетий, тысячелетий существовало человечество, оно всегда существовало рука об руку с этими паразитами, и никогда они сильно не вредили людям. Вот в чем смысл. Поэтому что сейчас происходит? Состояние людей становится хуже. Поэтому сейчас, да, сейчас эта проблема может становиться более актуальной, но из-за чего это получается? Из-за того, что сейчас в организмах людей намного больше шлаков, намного больше поврежденных собственных тканей. И вот это все является питательной средой. Средой и для бактерий, и для паразитов. Соответственно, нету этой питательной среды, нету шансов у бактерий, у паразитов в нас существовать. Ну, это вы поняли, дорогие зрители, и, Михаил Владимирович, я надеюсь, вы тоже поняли, что это абсолютно не так, потому что паразиты вы теперь, наверное, поняли. Посмотрите мои лекции, изучите, чем какие виды паразитов все-таки питаются в организме человека, в организме других животных, промежуточных хозяев, которые тоже есть в некоторых циклах, такие, которые еще изучали в школе, да не понимаю, почему не запомнили того же бычьего цепня, как все происходит, что есть промежуточный хозяин, есть конечный, есть паразиты, которые единственный конечный хозяин, есть только человек, есть те паразиты, которые размножаются в организме человека, как острицы, и поэтому они хоть и не такие опасные, как многие другие паразиты, но с ними сложнее справиться. Потому что цикл постоянный, если не
полностью не ликвидировать цикл размножения, они опять размножатся, убрали популяцию до минимума, но не до конца, они опять размножились. Поэтому это либо постоянная борьба, либо системная, правильная, что называется, научный подход. И действительно избавиться можно навсегда. Ну, пока человек опять не заразится, опять-таки из-за нарушения правил гигиены. Так что причиняли паразиты, причиняют проблемы, вред, но просто с этим человек либо будет бороться, либо нет. Тогда будут последствия меньше или больше. Могут быть поправимые, могут нет. Например, вот даже бывает, что гонит человек паразитов, избавляется, и у него папилломы начинают отсыхать, отваливаться сплошь и рядом. Хотя папилломовирус, вирус папилломатоза, это вирусные заболевания. Но в организме ослабленном, правильно вы говорите, легче и быстрее размножаются и вирусы, бактерии, и грибки. Иммунитет-то слабее, он с ними не так борется активно, как еще вчера мог бороться. Потенциал-то организма жизни человека не вечен, не безграничен. И поэтому паразиты – это тот дополнительный, мощнейший пласт проблемы, который ослабевает весь организм, его иммунную систему, и как следствие грибки, вирусы и бактерии, как вторичные паразитарные организмы, они могут наслаиваться, что называется, на эту проблему, усугублять положение дел, уменьшать здоровье и потенциал жизни человека также. Но причина колоссальная, первая, большая, как локомотив, который бронепоезд, там, таранище, я не знаю, там, препятствие какое-то, это паразиты идут в организм. Вот, поэтому, что касается голода, то когда мы голодаем, то если в нас есть какие-то паразиты, то они питаются тем же самым, чем они питаются обычно. Они питаются шлаками, они питаются поврежденными тканями. Некоторые питаются поврежденными тканями, но шлаками никакими паразиты не питаются. Они питаются другими бактериями. Бактериями паразиты не питаются. Соответственно, из-за того, что во время голода идет процесс очищения, то их питательная среда, их ресурс, их субстрат, он постоянно уменьшается, и сами эти паразиты, они потихонечку уменьшаются. Как, если рядом с ними есть здоровые ткани, это не их еда, они никогда их есть просто так не будут. И ничем другим они питаться не смогут в принципе. В общем, это просто... Вот аскарида пьет кровь, и вот пока она либо не умрет сама от старости, либо пока, вот если в организме человека так попадет, повезет ему, в кавычках, человеку, что у него и самки, и самцы окажутся, особи, они размножатся, этот цикл будет повторяться постоянно, пока человек просто не умрет от проблемы дефицита того же, так сказать, абсолютной полной анемии, потери крови и так далее. Потому что были случаи, были, они задокументированы, когда у человека погибало, у него находили до 130-150 аскарид в организме. То есть пол-литра крови в день. Да, постепенно процесс кровообразования шел у таких людей быстрее и быстрее, пока предел не наступал возможностям биологическим человека, и он просто погибал. Ну как так можно говорить, а? Ну плевать им на то, что какие там токсины, шлаки, они сами их выделяют, шлаки и токсины, они едят их. Вот, поэтому нет, конечно, это все опять же фантазии, вот как вы тут заметили, людей, активно внедряющих антипаразитарные программы, именно с тем, чтобы активнее внедрять свои антипаразитарные программы. Как легко человека напугать, что человек начал есть там много меда или много сладких фруктов. Почему он их начал есть? Потому что они содержат кучу энергии, и потому что человеку не хватает этой энергии, и он их ест с тем, чтобы получать из них эту энергию. Это правда, и не только правда, потому что еще бывает, человек начал есть сладкого, потому что у него, например, грибок кандида, другие грибки, которые очень много сладости потребляют. А если опухоли, не дай бог, злокачественные? Почему, как основан? На чем основано определение метастазов? Очень точный метод, когда в глюкозу вводят изотоп, там определенный человек выпивает теплую водичку, вот эту замешанную на глюкозе, а потом его просвечивают, видят, где складывается, прям буквально минут 15-20, где скопились, где светятся прям точки, узлы. Потому что раковая клетка в десятки раз больше потребляет, чем другие клетки, сахаров, той же глюкозы. И поэтому вот как так можно говорить, что, так сказать, это... Поэтому может быть такое, коли это факт, истина, что человек в том числе потребляет потому больше сладкого, что у него, да, могут быть паразиты только некоторых видов, но скорее есть проблемы в грибках или более серьезные. Такое может быть, конечно, может. Как же тогда можно говорить, что дело вообще не в этом? Дело может быть много в чем. И тут приходят умные люди и говорят, вот, это ты ешь не потому, что это тебе нужно, это ты ешь потому, что вот в тебе червячки живут, которые все это, вот давай-ка быстренько покупай нашу антипаразитарную программу, и ты убедишься, что у тебя сразу все это пройдет и все это уйдет. Ну, это могут быть безусловные дилетанты, которые, да, действительно, лишь бы продать. Ну что же, если потому, что человек продает антипаразитарные программы, то
что он говорит, что вот эти проблемы связаны с этим, вот она, логическая цепочка, вот цикл, ну такие же, как цикл из-за Крепса, или вот есть биосинтез белка, фотосинтеза процесс, то если человек, так сказать, что-то говорит в этой теме, то есть объясняет эти процессы, эти законы природы кому-то когда-то, и при этом этот человек, предположим, еще продает овощи на рынке или там оптом на оптовом складе фрукты. Этот человек что, уже априори говорит неправду? Или он корыстно что-то говорит, потому что он занимается, предположим, этим делом, этим бизнесом? Но это же бред. От того, что человек чем-то занимается, бизнесом, и говорит, например, правду в каком-то вопросе, это правда, ведь кривда не встанет. Всего лишь только потому, что человеку противно какому-то то, что этот человек занимается бизнесом при этом. Но это уже тогда не человек, а животное в плане отсутствия логики, здравого смысла, какого-то интеллекта, потому что это нелогично, это не связанные между собой понятия, которые друг друга не отрицают и не противоречат друг другу. Это же бред. Смысл понятен? Понятен. Бывает, что так, бывает, что не так. Конечно, то, что человек ест сладкое, много хочет, стал в последнее время больше есть, совершенно, конечно, не говорит о том, что у него какие-то паразиты обязательно есть. Это, скорее всего, да, потому что большие размером широкий лентец, бычий цепь и не прочие плоские черви, они действительно широкие, значит, вот эти большие крупные черви большого объема и массы тела, они потребляют очень много, в том числе сладости, глюкозы. Человек мало потребляет, он действительно, черви, как и многие паразиты, выделяют определенные вещества, которые влияют вот эти, значит, на нейрогуморальные регуляции организма, и действительно идет обратная связь в виде желания съесть чего-то, либо в большем количестве, либо больше сладкого действительно. Это тоже может быть. Но, конечно, это не означает, что именно в этом проблема, когда человек хочет есть много сладкого. Дело-то не в этом. И цель этих всех страшилок, я надеюсь, тоже понятна. Цели этих страшилок совершенно непонятны. Безусловно, ничего не понимающий в этом человек, который действительно хочет заработать на этом, он может, конечно, некомпетентно что-то объяснить, как вот это делают распространители, ну, раньше особенно, типа Гербалаева, там, БАДов других, с чего аллергия у людей, как красная тряпка для быка, на БАДы теперь пошла и уже идет, хотя многие БАДы абсолютно хороши и полезны и необходимы, но у людей красная тряпка, потому что обманывали много и часто раньше людей в этом вопросе. Кто? Некомпетентные люди, которые вообще ничего не понимают, не знают и не могут нормально объяснить, потому что сами не понимают процессов, законов и так далее, этих биологических. Но это же не значит, что это неправда. Что неправда все, и значит, кто это говорит, так сказать, говорит глупость. Ну вы-то хоть откройте учебник. Ну посмотрите, как люди, посмотрите историю нашу, как раньше лечились, как знали эту проблему всегда, на что это влияет, какие болезни вытекают из уже поражений паразитами, первичные и вторичные проблемы, как непосредственно многие черви влияют на сами по себе, на, так сказать, болезни человека, как умирают люди от... Очень часто онкологию путают с теми же финами разных червей, так сказать, вот, развивающихся в организме. Тот же эхинококк, альвеококк, страшные заболевания. Ну изучите, вы же будете это знать и понимать, и уже не сможете сказать, что этого нет, или это не так, хотя это есть объективно. Но так нельзя. Ну вот, собственно, все. Я просто еще раз хочу, что хочу сказать. Вот. Как бы человек не был мне лично там приятен, уважаем во многом. Я, кстати, советовал вот в плане общей вот этой логистики перехода на сыроедение, там процесс обмена, причинно-следственной связи, почему там проблемы бывают у многих там на сыроедении, он объясняет. Я с этим согласен, ну, раньше, по крайней мере, все, что я слышал, а я много слышал, совсем абсолютно согласен. Все логично, разум. Но тут просто как-то я поражен, как будто тот человек и вроде не тот. Но нельзя свои веры. Вот я почему всегда говорю, вот я как подхожу к вопросу. Я всегда сомневаюсь, я всегда изучаю. Я допускаю мысль, когда я еще не изучил вопрос, что я могу быть неправ. И поэтому я, изучив тему, я часто пишу, я это еще не знаю, это не изучил, надо изучить, если будет время. Я часто так отписываюсь своим зрителям, например, они мне пишут про что-то, какой-то метод или какой-то прибор, или потом. Но если я знаю... Я, разумеется, вот изучил вопрос. Если это абсолютная истина, то есть вот так, как есть, ну как можно домысливать самому? Верю я, верю, хочу. Не имеет значения, что я или кто-то другой хочет и во что он верит. Он не верит. Ну и не надо верить, но от этого истина не становится кривдой, неправдой. Так, дорогие друзья, я обещал в конце сказать, значит, смотрите обязательно вот эту лекцию. Я уже все объяснил, как просто. Простым доступным способом человек может избавиться от паразитов,
Ну, а дальше соблюдать правила гигиены, чтобы реже проходить антипаразитарную программу. Я советую ее проходить любому человеку 2 раза в год. Ну хорошо, если человек идеально соблюдает правила гигиены, чистоплотный, перфекционист, ну раз в год. Не реже. Значит, самая сильная программа, вот посмотрите, это вот посмотрите мою лекцию про лисички, грибы, лисичка. Ну от и до ее смотрите, потому что там есть варианты, как человек может там, например, если ему не лень, самому собрать, что делать, как там принимать, если лень, времени нет, так сказать, нет желания и так далее, то может воспользоваться готовыми программами, которые работают, которые известны, проверены, почему, как научно все. Я это, что называется, поясняю, чтобы человек понял, а не поверил. Не поверил, а понял. И принял для себя решение, как он поступит в данной ситуации. Конкретно он в его конкретной ситуации, чтобы человек сам это мог решить. Ну, как я это с видео про B12 поставил, просто жирную точку в этой проблеме. Кстати, посмотрите. Все, больше не надо читать что-то, изучать, думать на эту тему. Я проанализировал там все. Всего там, по-моему, 40 минут или час, там неважно. И все, и вы закрываете эту проблему навсегда для себя. Вот так же точно с паразитарной этой проблемой. Да, у меня есть мини-инфопродукт. У меня есть еще раньше, много лет назад, я выпускал номер 5 и 6 инфопродукт. Но я рекомендую послушать все-таки. Во-первых, мою лекцию по паразитам от 13 мая 2014 года. Это просто обязательно. Обязательно. Второе, обязательно, если вы хотите вот воспользоваться четкой, понятной, готовой методикой лечения, у меня есть такой мини-инфопродукт номер 14, вот он на экране. Можете его приобрести и пользоваться этой методикой. Но, причем она на всю жизнь, но один раз и на всю жизнь пригодится, ничего нового там не нужно. Если вы хотите другими путями идти, я сразу говорю, есть путь, пожалуйста, по Семеновой. В открытом доступе, в интернете, все это есть, травами, как, что, так сказать. Есть куча других вариантов. Есть программы Кораллового клуба, есть другие, но самые сильные – это комбинация все-таки вот грибных препаратов, особенно где основа вот эта лисичка, да, потому что там вещество хиноманоза, которое растворяет оболочки яиц гельминтов даже, прерывает цикл развития. Вот в чем тут дело. Плюс травы, вот этот весь системный подход – это самая сильная программа. Когда вот все знают врачи, ну, кто, конечно, знает, кто изучает этот вопрос, что апистархоз вылечить сложно и долго, что на это надо несколько месяцев порой. Так вот, за месяц можно вылечить полностью, если воспользоваться системным подходом, который я рекомендую. Не потому, что я его рекомендую или хочу на этом заработать деньги, мне есть на чем заработать на другом. А потому что это правда, это просто то, как, почему это правда. Но потому что, вот посмотрите, просто логическую выкладку. Потому что думайте головой своей, думайте, как все происходит в организме человека, а я просто это все открыто объясняю. То есть самое главное, это те мои лекции, где я доходчиво, просто, простым доступным языком объясняю вот эти сложные, казалось бы, вопросы, явления, процессы. Поэтому, дорогие друзья, давайте так, будьте здравомыслящими людьми, изучайте науку логика, изучайте диалектику, думайте своей головой, размышляйте логически, размышляйте так, не от того, что вы хотите во что-то верить, приятен вам человек, неприятен, так сказать, в каком-то вопросе, а думайте, что человек говорит. Проверяйте то, что человек говорит. Думайте, это правильно, логично, разумно или это нелогично. Но не через призму своих верований и желаний, а через призму желаний познать истину. Ну, здравомыслия вам, дорогие друзья, и здоровья. Ну, всего вам хорошего, до новых встреч. Ставьте обязательно лайки, поддержите, если вы считаете нужным, так сказать, такое видео и дальнейшую мою рубрику о аналитических вот этих разборках тех или иных авторах, которые говорят на ту или иную очень важную тему, но говорят неверно. Стоит ли мне дальше, напишите в комментариях под данным видео, делать эти выкладки, чтобы вы могли ориентироваться безошибочно, понимать, а не верить кому-либо-то на слово, и просто сами это знать и понимать, и других, как говорится, на путь истины наставлять уже ваших друзей, знакомых, родственников, кто не безразличен вам. Ну вот, я считаю, что да, вы пишите. Всего хорошего.